безусловно. Я очень рад, и всегда для меня честь, когда ко мне приходят друзья, такие вот сегодня Олег Лазарев пришел, который работал в этой пилотажной группе. Здесь у нас в зале. Главные друзья «Красной звезды», мы за плечами Афганистан, СУ-17. Вот, то есть, серьезный боевой опыт. И, ну, я уже сказал, что жалко, что ребят нет, но просто им завтра поработать. Мы в классе предполетной, словно в школе. За партами сидим, идет урок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мы не на приколе. Стрижам еще не вышел в небе срок. Мы в небе, нам еще не вышел срок. Рисуем в облаках, пишем строки. В небе, как набор карандашей, крутила жизнь нам столько виражей. А мы как в школе делали уроки, и главное был урок труда стрижей. Урок труда был главным у стрижей. Вот кабак полежит, как тот учебник, что в детстве так хотелось мне порвать. Планшет, как будто школьная тетрадь. А летчик, как известно, не волшебник, он только и умеет, что летать. Если что, не жизнь свою отдать. Там за границей нас всегда узнают. Средь Хорнетов, Фалконов, миражей. Вот жаль, не покидаем рубежи. И штурманы у карты вспоминают уроки географии стрижей. Была ведь география стрижей. Есть в небе математика полета и русский, тот, что много этажей. Эфир не соблюдаем падежей. Чертить фигуры — сложная работа. Вся геометрия стрижей. Какая геометрия стрижей? Мы в классе предполетной, словно в школе. За партами сидим, идет урок. Штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мы не на приколе. Стрижам еще не вышел в небе срок. Мы в небе, нам еще не вышел срок. Мы верим, нам не выйдет в небе срок. Та-д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 а
Спасибо. Следующая песня, она про истребитель, но не пилотажный, хотя сами летчики, которые на них летают, могут поспорить. Каждый любит свой самолет. Но никто не будет спорить, что выше их, вот на этих самолетах, никто не заберется. Перелетных смен на сегодня в планах, и на стоянке ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в пятом океане, со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов, нас, граждане, за грохот упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором, отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранство, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы контролируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту, как проспект. На земле нас ждать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком. Отчаянно носиться на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранство, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Облакам корабль, как по окнам, хоть 40 тонн словно налегке. Если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Ну а пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать, он пьет, а наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранство, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом крайней будничной страны. Как в гавань корабли идем снижать, отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока мальчик машины техники чехля. Усталые, но радостные лица, и громче нет звенящей тишины. Дай Бог нам уходить в полет по плановой таблице, когда по плану, значит, без войны. Кругом волшебных облаков убранство, наш дом на все четыре стороны. Контролируем пространство щитом великой и родной страны.
поэтому вот возникли мысли, пока пил. Великая родная страна, она вот навек осталась великая и родная. Я все время злоупотребляю, вот камера там смотрит, я всегда как в программе «Поле чудес» передаю приветы. И позволю себе это сегодня тоже, в первую очередь, своим любимым, милым, родным в Минск. Всем, кто сейчас смотрит, привет. Персонально Димочке Кальченко и Илье Кобылянскому, это летчики-транспортники. Пермь, авиабаза «Шагол», Владивосток. В общем, даже не знаю, это так много хочется сказать. В Чернигове на Украине одноклассникам с некоторыми стало сложно разговаривать. Все равно привет, я вас всех люблю. Я вот стих прочитаю, я однажды его здесь читал. Я шутку говорю, ну не в обиду ему, это замечательный летчик, он закончил Черниговское авиационное училище. Вот, я в шутку говорю, что с исключительно славянской фамилией Мамедов, Геннадий Мамедов. Стих просто потрясающий. Я хочу, чтобы меня и там услышали, и здесь, и в России, и в Беларуси, и в Украине. У меня бы никогда так не получилось. Я, возможно, немножко... Я как дитя военного был освобожден от изучения языков народов Советского Союза, потому что мой отец служил в Казахстане, потом на Украине. Хотя все-таки украинский я немножко знаю. Да не немножко, а нормально, мне очень нравится этот язык. Мы выпьем и еще нальем, чтоб через край лилось в стакане. Всю водку русскую мы пьем, хоть и не все мы россияне. Литровый коуш во всей красе мы перехилим вельми ловко, и белорусы мы не усе, хотя мы все пьем зубровку. Мы полни келихи налем, чтоб ожлилось через винцы, горилку с перцем все мы пьем, хоть и не все мы украинцы. Мы неразлучны, я и ты, тверезы мы, чи зовсім п'яні, бо ми сябри, бо ми брати, і тому, що ми славяні. Видите, як все воспринимається. Ну, зима, ми всі браті, що ви говорите. І День Победы – це наш праздник. Я уже сказал, что привет, вот как в «Поле чудес». В «Поле чудес» позавчера было, где я засветился слегка. Там меня пригласил мой друг замечательный, Сережа Маслов, герой России, он здесь часто бывал, летчик-испытатель. Такая забавная ситуация получилась. Я знал, что вот программа должна вот выйти 6 мая, и я в Останкино в телецентр прихожу где-то с утра. Иду по коридору, здесь зайду в магазин, минералки куплю. Захожу, что-то не так, думаю, что ж такое, слушаю себя. Ну, я слышал, когда мои песни иногда у некоторых в телефоне есть. Ну, бывает, ладно. И тут понимаю, что нет, телефонов ни у кого нет. Поднимаю голову, над продавщицей стоит телевизор, идет «Поле чудес». Оказывается, у нас там на телевидении так, своеобразно все. Может эфир идти в телевизоре, который идет на Дальний Восток, соответственно, он утром идет. Вот, и как раз вот я зашел, и да, товарищ Анисимов поет песню. Я такой, вот, ну, естественно, я сказал словами мультика известного. До чего наука дошла, ваша мама и здесь поет, и там в телевизоре. Продавщица такая невозмутимая дырочка повернулась. Посмотрела туда, посмотрела на меня. Посмотрела еще раз туда. Сказала, ничего себе. А, причем это было бесстрастно так. Бывает, вам чего? Песня была вот эта. Годы птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Нет даже рубить бы живу, столько лет на всех режимах, в небе мы живем одной семьей. По лощевиям и вершинам, с винтокрылою машиной, пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Лили. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую
когда-то создал Михаил Леонтьевич мир. Та, что в небе, а ты боты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич мир. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем вот купили за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь или как ковер. Но вертолет только чаще в этой сказке. Как устала я, совраска, из последних сил она всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. И поклонятся солдаты, те, кто выжил у медсанбата, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Вось это даже президентов, и на разных континентах в небе, словно рыбкою в воде, пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты в баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты в баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич. Вчера вот летали на генеральной репетиции, все, как я говорю, штатно, все очень, ну, классно. Хотя над Москвой болтало, потому что вот резко потеплело, эти воздушные восходящие потоки, над городом это всегда сложно. Но всегда когда спрашивают, ну как вы там? И хуже, чем было 2 года назад, 7 мая 2014 года, когда мы полетели и воткнулись в снежный заряд. Это было просто, ну, такое... Тяжелое дело, ребята вылезали в мокрых комбинезонах. Есть у меня друг, ну, многие авиаторы его знают, Сан Саныч Ещенко, он руководит, как на выносе, ну, руководитель всего вот этого дела, на Спасской башне сидит, он уже вроде вот как и уволился, все равно его приглашают. И вот он, я помню, когда говорит, я сижу с секундомером, вы через 40 секунд должны выйти на площадь, а я исторического музея не вижу. Вот такой снег был. Ну, тогда все снесло, мы вышли. Я помню, когда еще летели обратно, а уже в воздухе всем ведущим группам объявили благодарность Шойгу. И это было очень, ну, действительно было за что. Да, я все время, когда начинаю говорить, от чего-то отвлекаюсь. Так вот вчера, да, когда летали, очень много там было коллег по телевидению. Нас на конкретные борта рассаживали. И вот стоит такой корреспондент. Мы выстроились так за командирами экипажа, мы летели в Ми-8, и он говорит, а в корову можно сесть? В корову можно сесть? Летчик поворачивается, не надо так говорить. Я вообще-то, говорит, на Ми-8 летаю, но все равно, говорит, так не надо говорить. Я сразу вспомнил, ну, это одна из крайних песен. Иногда действительно бывают обидные прозвища. Я вспоминаю, в 88-м году, когда я пришел лейтенантом в Юду, некоторые почему-то Су-24 называли бетономешалками. Ну, может быть, что вот бетон все хотели закатать там, на Западе. Иногда некоторые необъяснимые.
электрички присваиваются вертолетом или самолетом. Помню тот солдатик на погрузке, обозвал коровой, вот пижон. Все шутил, внутри, мол, как в кутузке, что я даже не вооружен. Но не до него, когда нон-стопом кружат мои восемь лопастей, а под ними сердце, где галопом скачет 20 000 лошадей. Это мчатся по небу галопом 20 000 летных лошадей. Я ношу в себе живую силу, как в час пик автобус я набит. Где меня уж только не носило, блистер помутнел и бок болит. Но когда без дела я кукую, грустно свесив восемь лопастей, весь табун скучает и тоскует 20 000 летных лошадей. Рвутся в небо на земле, тоскуя 20 000 летных лошадей. Страны менял, пахал как трактор, и в режимах чрезвычайных жил. Засыпал взбесившийся реактор, и пожары сотнями тушил. Штатовский чинук в горах однажды пусть подняли восемь лопастей, если что, поднимут Боинг даже 20 000 летных лошадей. Если надо, и не то покажут 20 000 летных лошадей. В небе с экипажем дни и ночи, на работе некогда грустить. В левой чашке пилотяга-летчик, мы с ним вместе, нас не разделить. И окружность в небесах сияет, что рисует восемь лопастей, как у упряжки мой пилот сжимает 20 000 летных лошадей. Нежно держит ручки, погоняет 20 000 летных лошадей. Того бойца я встретил снова. Я его запомнил, как летел. Тот, что про меня сказал, корова, вот пацан, повоевать хотел. Пуля дура догнала, скосила, слава богу, жив, меня узнал. А когда ко мне на борт носили, кошки коровкой обозвал. Прошептал спасибо на носилках и коровкой Божией называл. Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают конфетки. Темная ночь, только буря свистит по степи, только ветер крутит провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, зная, не спишь.
у детской подработки такой. После сон утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Сегодня о юбилеях наших пилотажных групп прославленных. 21 мая, то есть буквально совсем чуть-чуть осталось, в Кубинке состоится воздушный праздник. Надо сказать, что планируется какое-то невообразимое мероприятие. Оно изначально планировалось, как всегда, у нас там какой-то некоторый нужный собачек. В итоге выросло до того, что сейчас все боятся, что еще и Сергей Кожегедович приедет. Вот. Будут работать стрижи, будут работать русские витязи, прилетят беркуты, и Сташка их должен комментировать. Вот. Много будет сюрпризов, не буду их раскрывать. Ну, много-немного, но будут сюрпризы очень интересные. Я имею в виду в плане пилотажа. Вот. И, конечно же, в небе будут работать ромбы, ромбики. Ну, в разные порядки, но, конечно, основной пилотажный порядок. И в мире, и среди наших пилотажных групп, это ромб. Мы землю оттолкнем, небо снова обнимет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто дали слово, пусть метеоном тучи обещает. Оставим снизу все дожди и лужи, изнанка туч всегда светла снаружи. Нас небо солнцем, как родных, встречает. Тут жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Ромбик снова носится по небу.
чуть выше в небесах. Инверсия рощер, там мирный ГВФ сквозь дни и ночи несет людей в Анталию и Сочи. А мы как в школе тренируем почерк, выводим в небе тексты сочинений, фигуры пишем, а точнее пашем. И где-то снизу смотрят дети наши, наверное, им пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на петле вычерчивая строим, местами землю с небом поменяем. Но мир там не изменится, мы знаем. Мы видим, как дворцы и замки строят. Нам не придется жить в таких хоромах, но честь свою мы в грязь не уронили. Пусть те, кто снизу свой кусок схватили, зато у нас есть небо, мы здесь дома, и будет в нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья написали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Сросся каждый с сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Да, что-то приходит, некоторые видно, некоторые не видно. Ну вот опять же, как-то говорят о том, что должно произойти 21 мая. Show must go on, как пел один товарищ. Один знаменитый артист, человек великий, человек, в моем понимании, совершенно другой правильной ориентации, Игорь Валентинович Ткаченко, тоже самое говорил, шоу состоится. Вот. Дай Бог, чтобы оно действительно состоялось, главное, чтобы погода не подвела. Ветра с утра вовсю в полях гуляли, устроили какой-то шумный пир, и тучи землю лучами цепляют, как
замерз. Молчит эфир. Наверное, лучше снег в июле, чем этот ливень, молнии, гром. Синоптики нас снова обманули. Продрогнут самых плит аэродром. Озяблен на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут. Мы идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Жены радость тщательно скрывают, дождя увидев слезы на стекле. Пускай гремит и молнии сверкают, спокойнее, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки, его расчертит молнии зло. Грустят аэродромные собаки, укрывшись от ненасти под крыло. Зяблен на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И небо, как компьютер, вдруг зависло, мы на высотке, будто под шатром. Ударит шар бильярдный, словно выстрел, и где-то канонады фронта гром напомнит нам о том, как мы летали в свинцовых небесах, в дождях войны. Погода нас тревожила, едва ли летали, только ждали тишины. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, мы к земле привязаны дождем. Зяблен на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ну дай бог, чтобы погода всегда была, как говорится, ПМУ. Не всегда это бывает, но все равно дай бог. И чтобы синоптики не обманывали. Тоже опять же вспоминает Ткаченко, помню, на постановке. Погоду доложит дежурный синоптик. Он выходит, синоптик, старший лейтенант, худенький, молодой, говорит, на полетах ожидается. Ткаченко, ну да, хорошо. Хотя погоду мы узнаем завтра на сегодняшних полетах. Вчера вот эта тренировка, она так уже в крайних рядах, летели ребята из Энгельса, и наш там все говорит, вот, конечно, сейчас небось твою песню слушаю. Протеру Лешкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном молитва, все по карте. Винты все восемь на упор, разбег, отрыв, вираж, набор. А все проблемы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как был сотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом идти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестрова и меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в ППХ. Летят по Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику.
скажешь о смерти. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали мне янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом и чуть не в блистерном крыло. Такие пульсы, как правило, из Штатов. Но не изменит курс аборт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой, к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас как Севасток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик, я вижу, командир, вдруг разорвет не мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроен и оврал. Мы так честны, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них штаба дадут отбой, лишь будут спорить между собой. Когда опять придут в Атлантик, медведи придут, ой, придут в Атлантику, медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем. И семь потов зайдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонны дорожим. А турбулентность повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость творит снов. Но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон. Не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. Идут в развалочку медведи. Домой, любимый. Мур-мур-мур. На концертах я ни разу как-то и не пел. Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темнее. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кеше, в кисете вышита душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцвевшей шинели письмо от матери до горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, даже сердце, как инзы, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым,
все медленно град, давай с тобою поменяемся судьбою, махнем не глядя, как на фронте говорят, давай с тобою поменяемся судьбою, махнем не глядя, как на фронте говорят. Учились под огнем ходить, не горбясь, с живым случайным расставаться не скорбят, но потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя, покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощание обменяться? Махнемся, как на фронте говорят, так чем с тобой нам на прощание обменяться? Махнем не глядя, как на фронте говорят. Прочтется детектив.
дорогу, а вы маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут, да мы же сами как семья. Мы экипаж, хоть мы и сами как семья, мы экипаж. Экипаж. Да, в записке написано. Есть расчет на то, что даже и подпоет. Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крыш. До небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка лучше, мультик врет. Вряд ли вы меня поймете, но хотелось жить в полете. И с детства вертолетик превратился в вертолет. Совсем другая, пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут, и в десанте, и в пехоте. Мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут. Кто-то с пушкой, все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку, вертолетик поломать не дам. И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, каждую лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно. Под огнем сультанец кружит, он герой, я им горжусь. Вертолетик. Выручаем мы спать.
Вдруг из детства тут волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, и заботясь о пилоте, в детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускаем? Запускаем. Запускаем. Следующая песня, ну когда не петь, как День Победы накануне, я неоднократно пел, всегда рассказывал эту историю о наших мультфильмах и заокеанских мультфильмах, наши лучшие, наши сказочные персонажи лучше. И как-то тут один знакомый говорит, сын ходил на Маугли, я пошел с ним, новый там американский, ну я не знаю, это фильм или мультфильм, там анимация. Я посмотрел и понял, американцы эту книгу не читали. Ну, хотя книга как бы, она не советская, не русская.
Но тем не менее, прочтение мультфильмов, оно, конечно... Я сегодня вспоминаю Винни-Пух, допустим, американский и наш. Ну, совершенно это разные вещи. Хотя и тут вроде как по книжке, хотя потом... Вот, у них же бизнес, им надо что-то выдумывать. Наши ничего не выдумали, они сделали коротенький перевод советский. Вот. МПП. Мультипликационно-патриотическая песенка. В 39-м лётном царстве по тревоге всем подъем с исключительным коварством. Прилетели к нам с мечом, но мы помним поговорку, что в итоге этот меч может в ходе всей разборки неприятностей повлечь супостату что-то спечь. Мультиледи, джентльмены, к нам с агрессией войной. Супермены, спайдермены, монстры, симпсоны, толпой. Покемоны, поголовно весь диснеевский народ. По команде вероломно нам устроили налет. Прилетел мультяшный сброд. Кот Матроскин вскроет цинки и обоймы все набьет. Срочно швейную машинку переделал в пулемет. На себе порвет тельняшку и оденется в мундир. Грозно рявкнет всем мультяшкам, что отправит на гарнир. А еще башка секир. Двое из ларца доложат, видит цель наш радар. Эскадрилья бабок-ёжек вылетает на удар. Бабки лупят без осечек всех мультяшек в прах и пух. Их наводит наш разведчик, он под шариком опух. Точка в небе Винни-Пух. Рота Шреков наступает, с ними Нимси заодно. Им навстречу вылетает грозных Карлсонов звено. Дядя Фёдор, снайпер, лётчик, бомбы кучно положил. Это авианаводчик, цели точно подсветил. Это Гена Крокодил. Отобьем мы все набеги голливудовских утят. Змей Горыныч и стратеги на задание летят. Не успеет, не ударит скоростной зеленый джик. Наш с фонариком комарик от него оставит пшик. Наш комар милый ковшик. Крокодилов чебурашек примет дворик самолет. Что там транспортникам нашим? Им команду и вперед. На борту весь полк мультяшный, самолет ковер лети. Вниз пойдет десант отважный, волк и заяц впереди. Супостат, ну погоди. В нашу сторону ракета, дело видимо табак. То ли Макдоналд Дуглас это, то ли жадный Скрудж Макдак. Водяной мрачнее тучи, жизнь жестянка вечно пьян. Развернет корабль летучий и направит на таран. Прокричит на пасаран. Их мультяшкам заграничным обломаем все мечи. Нас согнуть проблематично, мы ведь тертые калачи. Будет бит Дисней в итоге и отправлен на утиль. Коль поднимут по тревоге в небо наш Союз мультфильм. Союз мультфильм. Конечно, наша телекомпания «Союз мультфильм», или как она называется, студия. Хотя Виктор Николаевич Бондарев как-то приватно мне сказал, что-то написал, что теперь военно-космические силы будут называть «Союз мультфильм», что ли? Я говорю, пусть таким называют. Дело вот к завершению все-таки, я думаю. Я летчик. Кто-то поехал, я летчик. И звука турбин на земле лучший звук, а мой самолет это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик.
черту о небу я душу продал. Мне кажется, от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Бессмертного Нестера в окне петлю скручу от души, там вираж, бочка, горб. Я летчик. Пускай перегрузка предает, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько жиа. Я летчик. Комбез весь потом можно просто отжать. И кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Бессмертного Нестера во мне петлю скручу от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка предалец терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. Квартиры свои у меня просто нет. Общага мой дом, общий душ, туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня честно хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Бессмертного Нестера в огне петлю скручу от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Я всем желаю мирного неба. Еще раз Днем Победы. И, конечно же, чтобы действительно это небо было чистым, спокойным, чтобы те, кто летали, никогда не смотрели на землю в сетку прицела, прицельную марку. Пусть так и будет. Как обычно, вылет срочный. Снайп прижали наших точно. Летаем денно-ночно на свой вечный риск и страх. На нашу планшете метку, там в квадрате словно в клетке. Слыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удача. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаясь без газовки, техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди горы скал виражем, эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, но ведомый, не зевай. Эй, внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, где земля в эфир орет до ворота.
живописная картина, как собраться грачи, прилетели, выручают. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну, разведка не молчи, я кручу зиму выркаюсь. Сотый раз я заникаюсь, по прилету увольняюсь. Чтоб не я был сотый груз, нахрена пошел я в хачу. Вот Ульяновск, все иначе, был бы дом, машина, дача. И вот этот бармуз. Я за этим отвечу, и несутся мне навстречу ярко-красные шары, чудеса еще бывают. Я живой, хоть попадают, под глаза мне разъедает. Нет спасения от шары. Горячо, а не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержали, попробуй марку, под свинцовым кипятком. ВПО, как пушка танка, грохот выстрелов болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как буш на сковородке, из расхода в НБК имитирую атаки. Выходить по райстроке, ведь почти сухие баки и подробаны бока. Мне подвозка от морозов, грачу устало клюнул носом. Значит, весь об этом вопросом, самолет мой просто в хлам. Нажимая машина лыжи, словно держит кто-то свыше. И наушники я слышу ритуны. Спасибо вам! Обратно довернули, позади снаряды пуля. Уравнение обернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слове, а из носа капли крови. Знать в санчасти, на здоровье, получу от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашют мой хлопнет звонко. За рулю иду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребят, будем жить. Девиз, который стал самым, наверное, главным у наших летчиков, благодаря вот великому фильму, великого режиссера Леонида Быкова «Будут это дни старики». Именно там этот девиз впервые прозвучал. И на прощание спою еще такую песню, которая считаю самая авиационная, как бы кто ни говорил. Попевать точно будете. Летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз, кудрявый, как лен силен.
мной. И смуглянка, молдаванка, по тропинке в лес ушла. Том обиду я увидел, что с собой не позвала. По смуглянке, молдаванке, часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Обратиться к гвардии капитана. Пока здесь некоторые ля-ля-ля. Первая эскадрилья починила мотор вашего крейсера. Да. Ну, конечно, как у нас что-нибудь достать, это первая эскадрилья. А как мистер завалить это старое от винта. Раз. Пою постоянно, все, струны слетают. Ну, все происходит. По телевизору футбол, но мне плевать, кому там гол. Сегодня праздник весь, ко мне придут друзья. И от души накрыт весь стол, и на вертушке рок-н-ролл. Бутылка кто, про что врачи твердят. Нельзя, и вот сидим мы за столом, и песни старые поем, едим и пьем, и только шутки здесь и смех. Вот только часто в горле ком, ведь мне грустить бы потом, когда я с дома провожу ночью всех. Но тот сказал, что дружбы нет, что среди горести и бед никто нигде никогда мне не поможет. Ведь в протяжении стольких лет меня спасает дружбы свет. Всего на свете мне, друзья мои, дороже. Не место здесь любым делам, заботы прочь, ненужный хлам. И мы налили бы еще, еще бы спели. Да вот луна напомнит нам, что всем пора уж по домам. Мы поболтать друг с другом так и не успели. И буду я всю ночь сидеть, все певать и песни петь. Те, что друзьям сегодня спеть я не успел. Пусть мне сказать им не суметь, что смог за них бы умереть. Так что сказать, я им об этом вряд ли спел. Но кто сказал, что дружбы нет, что среди горести и бед никто нигде никогда мне не поможет. Ведь в протяжении стольких лет меня спасает дружба и свет. Всего на свете мне, друзья мои, дороже.
друзья мои дороже. С Днем Победы! Дорогие друзья, споем еще обязательно. 13 мая, если здесь белорусы, и вы смотрите там в телевизоре, авиабаза Мачулище, 50-й, смешанный авиапоп, прославленный полтинник афганский. Я там буду выступать 13 мая. И здесь 26 июля. День рождения. Приходите, споем.